В Кизельюртовском районе ликвидированы 6 боевиков. Как сообщает НАК, все они являлись членами так называемой Кизельюртовской банды. Среди убитых главарь группировки 35-летний уроженец Махачкалы Олег Шаляпин. По данным ФСБ, он находился в федеральном розыске. Шаляпин был организатором и участником ряда преступлений и подрывов, в том числе жестокого убийства ветерана полиции в прошлом году. Напомню, что боевики укрывались в лесополосе между населенными пунктами Нечаевка и Султан-Янгиюрт. В ходе спецоперации один сотрудник МВД погиб, еще один получил ранение. Пострадавших среди мирных жителей нет.